Сделать мир чище. Каждую весну после схода снега необходимость в массовой уборке налицо. И помощь коммунальным службам в этот период крайне необходима. Посильный вклад каждого жителя делает чище место, где мы живем, считает Лариса Лазутина. Это не акция, это наша жизнь. Нам бы хотелось, чтобы наш округ, город, село, деревня, они были все-таки чистыми. Вот этого мы хотим добиться. И чтобы наше население тоже выходило на субботники и не боялось этого. Волонтеры на субботниках всегда одни из первых. Убирают, красят, чистят, показывая пример жителям. Это очень нужно, потому что в последнее время везде грязно, а если не мы, то тогда кто? Денис Майданов, певец, композитор, музыкант и житель Одинцова, присоединился к уборке территории возле памятника воинской славы в деревне Лайково. Сегодня мы вместе с главой, с Ларисой Евгеньевной Лазутиной и волонтерами Победы привели в порядок могилу воинам, памятник воинам односельчанам и прилегающую территорию. Убрали старую листву, побелили деревья, покрасили бордюры, оградки, клумбы. Покрытие макета солдатской каски на постаменте мемориальной группы очищено и обновлено. Масштабная уборка прошла в 179 точках Одинцовского округа. А 24 апреля состоится еще один субботник, на этот раз областной. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».